пациенты осмотра, которые даже в розетку не подключены. Ты это видел? Зайди ко мне на Facebook, я фотографии тебе выкладывал в Харькове. Люди по вашим документам открывают. Открывают технические центры, которые даже на деревяшке не подключены в розетку. Да я тебе говорю и про то, и про то. То, что у вас творится, это схема построена. Люди от вас приходят, от инфраструктуры, нормально с тобой говорят, закрывайте боксы, если не хотите работать под нами. Делайте мохи, вы работать не будете. Вы работать не будете. Сегодня иду, я более того, я буду. Я, естественно, ему это доложу. Я просто не понимаю, сколько еще надо тебе говорить о том, что у тебя там коррупция, которую ты построил, Влад, и ты ее не рушишь. Что тебе еще надо для этого? Не можешь? Вали в отставку. Что надо сделать? Мы тебе поможем, соберем подписи. Тебе обоснуем, почему ты должен туда уйти. Какую помощь? Я тебе сколько раз просил. Отмени хрень с газом. Люди воют. Как непонятно. Да вы выплеснули деньги, я тебе еще раз говорю, все ваши дряпы, сертификационные центры берут бабки и не смотрят на то, как установлено.